11-летняя Маргарита Федюкова катается на роликах больше года. В будущем мечтает стать тренером по роллер-спорту. Рассказывает, коньки на колесах привлекли сразу за разнообразие элементов. У нас новые какие-то элементы получаются. Мы каждый раз узнаем что-то новое. Мы можем кататься по кругу, можем делать какие-то змейки, элементы разных. Разные движения. Роликовые коньки как вид спорта открыл бельгиец в 1760 году. Прикрепил к деревянным дощечкам по паре металлических колесиков. С тех пор спортивное развлечение развивалось. Сегодня, как никогда, остается популярным и у детей, и у взрослых. Змейки, фонарики и повороты. Этим элементам можно научиться на тренировках в парке культуры, спорта и отдыха. Но сначала тщательная разминка. Главный тренер Денис Балков рассказывает, такие занятия будут особенно полезны юным спортсменам. Он повышает координацию, развивается целостное восприятие у ребенка и повышается внимание. Мечта Маргариты – стать тренером и в будущем работать с такими же, как она, вполне реально. Главное – много тренироваться и любить свой вид спорта. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».